Привет всем, меня зовут Георгий Размадзе, я спортсмен клуба Ludus Alliance, пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу, победитель Кубка мира по джиу-джитсу. Сегодня мы посмотрим бросок Гадавля, со мной будет отрабатывать Джимми Размадзе, мастер спорта по дзюдо. Бросок начинаем с захвата. Захват берем крест на крест. Если делаем правую сторону, захват берем левой рукой левое плечо, если делаем правую сторону, правой рукой правое плечо. В данном случае я делаю правую сторону, левой рукой берем захват за левое плечо, дергаю как бы не вперед, а чуть-чуть по, дергаю вниз, другой рукой сверху закрываем, берем за пояс. Левая рука чуть-чуть наверх поднимаем, а правая подмышка вниз грузит. Теперь обязательная работа ногами. Левая нога подтягивает внутри его ноги. Таким образом, чтобы левое мое бедро касалось его правого бедра. Как только нога левой подтягивает, в тот же момент правой ногой подбиваем. И с помощью подбива бросаем назад. Раз, два. Как должен мой корпус работать? Как только левая нога подтягивает, правая поднимает корпусом, прогибаясь прямо под 180 градусов назад. И бросая его назад. Бывает такой момент, что когда берете захват, раз, два, человек захватывает за ногу. В данном случае это как бы особо роль не играет, наоборот, плюс для вас, потому что правая нога в данном случае во время этого броска не опорная. Я подтягиваю левой ногой к нему, а правая нога поднимает вместе с ним. То есть, раз, два, три. Этот бросок, как и другие броски, можно сделать с разных захватов. Допустим, если человек уже согнутый, да, борется вот так. Я в данном случае левой рукой уже не сгибаю соперника, да, мне левый захват, она уже как бы не нужен. Я прямо сразу же правой рукой за пояс, левой рукой за штанину и также то же самое, подшагиваю, просто наверх. Бросок такой довольно сложный и лучше его отрабатывать в зале и в присутствии тренеров. Приходите заниматься в клубе Ludus и подписывайтесь на канал Blood and Sweat. В бразильском джиу-джитсу многие начинают бороться снизу, да? Примерно позиция либо баттерфляга, либо ложиться на спину, встречает вас с ногами. Очень многие отсюда любят просто обходить гард, да? Либо в одну сторону, либо в другую. Кто-то атакует, я предпочитаю атаковать.